Завершено следствие в отношении бывшего директора областной конно-спортивной школы Нурлана Тахамбетова. По версии полицейских, именно он поручил своему младшему брату Асхату Тахамбетову разобраться с журналистом Лукпаном Ахмедьяровым. Исполнители нападения приговорены к срокам заключения от 11 до 15 лет. Ранее судимый Нурлан Тахамбетов также обвиняется в избиении мужчины. Этот случай произошел в 2004 году. Дело вскоре будет рассматриваться в суде. Предварительное расследование по данному уголовному делу было завершено, предъявлено обвинение, и уголовное дело с обвинительным заключением находится на изучении в областной прокуратуре. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве группы лиц по предварительному сговору по 257 части 2 пункта АВ, по 257 части 3 уголовного кодекса, а также по 28 части 3, 24 части 3, 92 части 2, то есть организация покушения на убийство всеми нами известного журналиста Лукпана Ахмедьярова.